во страхом Божьим и верою приступите. Благословен Его имя Господне, Бог Господь и явися нам. Причастники, молимся, верую Господи, исповедуя, как ты есть воистину Христос, Сын Бога живаго, преследуя мир грешный, спасти от них же первый из нас. Ищи верую, как сие есть самое пречистое тело и самая честная кровь твоя, молюся оба тебе. Помилуй меня, прости мне вся прегрешение мое, вольное и невольное, за словом я, за делом, за бедение и небедение. Исподоби меня судья на причастице пречистой твоей таинств, в оставлении грехов моих и в жизни вечную. Аминь. Вечере твоя тайна, не сыне Божий, причастниками прими, не богом твоим тайну повем. Не лобзаните дом яко Иуда, но-ка разбойник исповедуй тебя, помяни меня, Господи, во царстве твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение пречистой твоей тайны, но во исцеление души и тела. Аминь. Thank you.
Божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, жилотворящих, страшных, христовых, тайн,
достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Грешен, спаси, часами себе, друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, Господи. Яко крестие освящение наше, Тебе славу воссылаем Отцу. И Сыну, и Святому Духу, ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Миром изыди. Во имени Господь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословляй, благословящий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твои, благослови достояние Твое. Исполнение церкви, это сохраняй все эти любящие боголепия, дома Твоего, Ты тех, кто спасай божественную силу, не остави нас уповающих на Тебя. Мир, мир, этому даруй церковь, Твоим священникам, всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершен, сходясь выше Тебе, Отца Света, Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне, во веки веков.
Благословение Господне на вас, Бога благодати, человека любим всегда, ныне присно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвами причисти Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, Изова святых отца нашего Василия, великого архиепископа Кесария Каппадокийского и святителя Тихона, патриарха Московского и вся Руси, Его же и память ныне совершаем, святых праведных, Богу Отец, Аким, Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.